Приветствую всех на своем канале. Сегодня 19 сентября 2023 года. Данное видео для одесситов. Хотел бы напомнить всем, что сегодня в полночь в Одессе выключат воду более чем на сутки. То есть воды не будет больше суток. Значит, с 00:10 20 сентября по 6 часов утра 21 сентября воды не будет во всем городе, за исключением седьмого неба, заставы, Ленпоселка и Слободки. Значит, вот официальная информация. Замена магистрального водовода, отключение воды в трех районах города Одессы с 20 по 21 сентября 2023 года. Для бесперебойного водоснабжения тысяч одесситов филиал «Инфокс Водоканал» проводит неотложные работы по замене аварийного участка магистрального водовода. Вместо стальной трубы, исчерпавшей предел эксплуатации, проложат современную полиэтиленовую трубу, срок службы которой не менее 50 лет. Кроме того, будет установлена новая запорная арматура. Поэтому с 00:10, то есть сегодня в полночь, в 10 минут первого, 20 сентября до 6 утра 21 сентября 2023 года будет прекращена подача воды потребителям Киевского, Хаджибейского и Приморского районов города Одессы. Село Лиманка, село Красный Хутор, жилой массив Радужный, жилой массив Савиньон, жилой массив Черноморка и Таирова. Отключение не затронет жилой массив Седьмое Небо, Залог, Ленпоселок и Слободку. Филиал «Инфокс Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства. Такая информация, поэтому кто проживает в районах, где будет отключена вода, не забудьте запастись водой, вот, потому что водички не будет долго. Но уже сегодня очереди стоят огромные в этих бюветах, люди набирают воду перед завтрашним отключением. Вот такие дела. Хорошо, хоть они это делают сейчас, когда уже немножечко спала жара, то есть как-то можно без воды, меньше воды израсходовать, потому что когда было вот это пекло в августе, если бы отключили воду больше, чем на сутки, это было бы, конечно, просто жесть. Вот, но ничего не поделаешь, ремонт есть ремонт, менять надо, поэтому будем как-то выкручиваться, скажем так.